на этом месте было КПП. Стояли столбы, ворота и вот этот бокс. Здесь стояли машины, там дальше видно, тут, видимо, сейчас что-то уже устроили. Вот. Короче, насквозь здесь было не пройти. Вот там вот дом находится. Кстати, ну я к нему тоже подойду или подъеду, подойду, скорее всего. В том доме тоже жил дружок у меня. И вот мне приходилось там аж вокруг там обходить. Ну, иногда, конечно, получалось здесь проскочить через... Надо было пройти два КПП. Одно, получается, изнутри территории. Второе КПП было снаружи военного городка, которое охранялось, естественно, сильнее, мощнее. Никого туда не пускали.